Регион начинает подготовку к лыжне России. В этом году спортивная акция, которую организуют во всех крупных городах страны, пройдет 9 февраля. Традиционно в областном центре площадкой станет парк Харинка. Год от года в гонке принимает участие все большее число лыжников, как профессионалов, так и любителей. В 2019-м, по подсчетам организаторов, на старт выйдут 450 тысяч человек. В Иванове больше 6 тысяч. Заезды будут проходить в нескольких номинациях – 1 километр, 2, 5, 10 и спецзабег 2019 метров. Чтобы стать частью гонки, достаточно прийти к старту. Также можно подать онлайн-заявку, но сделать это нужно заранее, ровно как и начать тренироваться. Возрастных ограничений для участников нет. Районы, где не проводилась лыжня раньше, также высказывают заинтересованность, просят их также включить в место проведения официальное. Будем ориентироваться по готовности трасс в муниципальных образованиях. Но на сегодняшний день определена центральная площадка город Иваново. Кроме того, крупная площадка будет в Кинешме, в Шуе, планируем также в Кохме. Ну а дальше будем смотреть, опять же таки, по наполняемости и по готовности районов к проведению такого серьезного соревнования.